Ты, сука, глухой? Скажешь, кто ты такой есть? Или тебе язык ножом развязать? Ведьмак. Спрашиваешь, зачем мне два меча? Один для чудовищ, другой для людей. Член у меня один. Не трожь его. На него глядеть-то нельзя. Он похуже прокаженных будет. Видал я одного такого. Полдюжины людей порубил, кровь повсюду, а сам и не почесался. От него трупами смердит. Если желаете отдохнуть на моем постоялом дворе, Милтны, пожалуйте за мной. Покажу вам лавку. Хожу в халупу, а там мужик стоит с сыном. Вот ладный хлопчик, думаю. А дочку должно быть спрятан. Спасибо, Милтнер, что не стали затевать свары с этими поганцами. Я ни в свои дела не лезу. Желаете, Милтнер, остановиться в моей корчме? Нет. Ага. Мне надо только узнать, где Генрик. Он живет в селе Вересковке. Не знаю. Где это? За пригорком. Утру зарево там полыхало. Может, и... Кто такой Генрик? Странный он мужик. Пришел неведомо откуда, не понять зачем. Пригрел при себе вдову. У ней мужа за кусок хлеба забили. Стал с ней жить. Люди барона чужих не любят. Он им дороги не переходит. Всегда знает, когда они явятся, и тут же пропадает. Спасибо, корчмарь.